Муж с женой лежат в постели. Вдруг звонок в дверь. Жена так халатик накинула. Открывает дверь, смотрит. А там сосед стоит. Он ей: «Слышь, соседка, распахни халат, я тебе 1000 баксов дам». Она думает: «Блин, 1000 баксов лишние не будут». Хлоп! 1000 баксов забрала и к мужу сразу. Муж: «Дорогая, кто там был?» «Да, не переживай, соседка за солью приходила». «А я думала, сосед пришел, долг мне принес 1000 баксов». Всем приветики! Как дела, как настроение? Как вы уже заметили, решила сегодня по-домашнему. Одела повязочку, такой прикольный бантик, халатик. Но как вам? Пишите в комментариях мой новый образ. Или же все-таки лучше платьице, футболочки. Оцените меня. Ну, мне даже интересно.